Работать над туристическим обликом города, да и Бурятии в целом, теперь задача Дениса Ивлеева. Он стал заместителем министра туризма. Такой указ подписал глава Бурятии. Денис Ивлеев работал в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. Напомню, место замминистра туризма освободилось после ухода Евгения Малыгина в сентябре прошлого года. Вскоре он получил пост заместителя гендиректора Байкальской гавани.